В Нарьян-Маре завершился региональный чемпионат «Обилимпикс-2020». Финальной точкой профессионального соревнования стало торжественное награждение конкурсантов в Центре развития образования. Победительница компетенции «Парикмахерское искусство» Яна Литкова получает из рук заместителя губернатора НАО Натальи Сидоровой такую желанную золотую медаль. Созданные прически девушки были признаны лучшими на конкурсе. У меня было два модуля. Первый модуль – это была вечерняя прическа, и второй модуль – это была свадебная прическа. А что можешь пожелать ребятам, которые, может быть, еще только думают прийти, может, на следующий год? Стоит это, не стоит? Обязательно приходите. Думаю, что вы тоже победите. За победой пришла и Виолетта Репина. Золото чемпионата она завоевала в компетенции «Художественная вышивка». Девушки этой номинации создавали открытку ко Дню Победы. Работа была кропотливой. Здесь каждый стежок был под пристальным вниманием опытных экспертов. Ожидала Виолетта? Да. Почему? Уверена была? Да, уверена была. Ну а почему? Я сделала, то есть, больше всех и правильней. И как бы ожидала, что я вот попаду на первое место. Понравилось участвовать? Очень понравилось. Как-то необычно, неожиданно и волнительно. Справиться с волнением и одержать победу удалось и Александре Кутателовой. В компетенции вязания крючком конкурсное изделие было родом из военной песни. Чтобы создать синий платочек из самой известной фронтовой мелодии, участникам давалось всего лишь 3 часа. Я летом тренировалась, и из 4 учеников у участвующих больше всех связала и быстрее всех. Действительно, как отметили организаторы конкурса «Центр развития образования», все участники прошли качественную подготовку. Наставники в школах и средних учебных заведениях еженедельно проводили практические задания. Напомню, 3-й региональный чемпионат проходил в Нарьян-Маре с 21 по 25 сентября. В нем принял участие 49 конкурсантов, 50 экспертов и более 10 волонтеров. Хочу отметить, что по сравнению с первым чемпионатом, который мы, соответственно, проводили 2 года назад, у нас увеличилось количество компетенций практически в 2 раза, и ежегодно происходит увеличение как участников, так и экспертов, что, в принципе, нас не может не радовать. Чемпионат «Обилимпикс» проводится в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Конкурсные испытания также проходили по компетенциям адаптивная физическая культура, обработка текста, вязание спицами, флористика. Чемпионат закончился, но у победителей все только начинается. Ведь уже в декабре этого года они отправятся в Москву испытать свои силы на всероссийском уровне. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, телеканал «Север».